качественная трава. Качественная, да? Да, шишечки. То есть все уже готовое к срубке и сушке. Тем самым как бы продажа. Вот видите, какие бутоны хорошие. Да. И то же самое, вот, да, на гидропонике. Все да, гидропоника. Все же фонарики. Очень мощная корневая система, видите. Вот так. В общем, количеством здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Какое отношение имеете к растениям? Самое непосредственное. С какой целью произращивали? С личной. А это как бы для себя выращивали вообще? Да. Ну да, ничего. Извини, термометра нет. Не надо мне снимать. Добрый день. Давайте, какие еще с самого начала? Большой банан, 20 кубовочек банан. Сейчас. Наркотики употребляешь? Давно? На системе, да, ты сидишь? Квартира-то твоя, тебе нужна? Да. Ну, есть люди употребляют наркотики. Да, ну. Я употребляю. Ты только один? Ну да. А вот твоя девушка, как ее зовут? Юля. Тихо. Че там? Не знаю. Нет. Бася. Сидеть. Будем все изымать. Стой. Покажите, пожалуйста, что у вас находится в руках, молодой человек. Что это? Трава. Какая трава? Назовите его, ну, своим именем назови. Что у тебя? Конопля. Конопля? В каком количестве? В каком количестве, молодой человек? 4,5 грамки. Вы этим торговали? Да. Торговали? Да. Вы гражданин какой страны? А в курсе, что в Российской Федерации вы обязаны при себе носить свои личные документы, документы на право пребывания в Российской Федерации? А вот малыш. А чем проверяете? Нет, проверяем. И нарушение у одного. Он может быть, чекать, чтобы он